прочитать сообщение, наверное, наконец-то загрузилось. Так, логин путник 81 написал. Вы перед тем, как свернуть на объезде кургана в направлении Тюмени, не узнавали по 15 каналу ребят о состоянии трассы от кургана через Бердюждино и Шим? Я тогда еще не определился конкретно, каким маршрутом ехать. Было намерение, желание через Бердюжье и через Тюмень. Вот как-то в такое вот двоякое состояние, поэтому вот получилось так, как получилось. Так, логин AS006409 написал: СНТ Садоводческое некоммерческое товарищество, ДНТ Дачное некоммерческое товарищество, СТ Садоводческое товарищество. Ну, во-первых, я благодарю, я искренне вот благодарю, то я на самом деле не знал, как расшифровать эту аббревиатуру, что это означает, Я расшифровал как санаторий, больше на ум не приходило. Впереди город, ограничение 60. Это мой главком, да, 60. Так, сейчас, подожди. Логин Вася Васин интересуется, когда будет в полном формате, без ускорения, видео на аккаунте Видеодорог 2. Ну, закончу размещать вот ускоренное видео. Закончу на втором аккаунте Мурманск, Москва. И сразу начну там же размещать вот не ускоренное видео. Въезжаю в Омск, пригороды Омска, пригород Омска. Ну, дороги стали значительно лучше, кстати, и далее, как вот я посмотрел, проехал, дороги стали гораздо лучше. Но не настолько, чтобы можно было поставить высокую оценку. Раньше были колдобины, конечно, яма была ужасна. Сейчас этого добра стало меньше, но все равно еще этого безобразия хватает. Так, ну это Волгоградская улица. Волгоградская улица города Омска. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 30. Да, тут дорога стала гораздо лучше. Вот. Была раздолбана просто хлам, и яма, и бугры, и колейность. Но вроде бы нормализовали дорожное полотно. Родители.
Так, улица. Повернул на улицу Кондратюка и, значит, двигаюсь вон из города. Не, ну, слава богу, дорогу на окраине Омска привели в более-менее нормальное состояние. Движение очень плотное по этой дороге, и больше грузы идут, и маленькие машинки. Плюс ко всему она была разбита. Но констатирую, что дорогу привели в более-менее божеское состояние. Так. Не дают работать. Не помню, зачем останавливался, или с проводами запутался. Что-то с разъемами опять у меня. Блин. Как выматывает вот эта ненадежность разъемов. Как не стараешься их закрепить там жестко. Да, вот такие вот мелкие неполадки, когда или питание пропадает, или еще что-нибудь, мелочевка, она здорово портит настроение. Ну, бог с ним. Ну, это промзона, по-моему. Да нет, такие частные домики стоят
небольшие вдоль дороги. С левой стороны Медведково. С правой стороны по ходу СТ «Звезды». Садовое товарищество, уже грамотно, вот, зная расшифровку аббревиатуры, называю. Ну вот обманчивое впечатление, что вдоль трассы, вдоль дороги можно надеяться на какую-то поддержку от этих станций придорожных, или никого нет. В основном закрыты. Или табличка висит, или вообще замок висит, или вообще дверь не открывается. В общем, как показала эта поездка, надежда вот на эти трассовые, как их назвать-то, помощники сервиса, это дохлый номер. То начальника нету, то хозяина нету, то ключей нету, то обед, то и так далее, и так далее. Короче, вот такая картинка. Только зря потерянное время. Значит, ну это пригород, я говорю, Омска. Частные одноэтажные постройки. С левой стороны по ходу движения идет железнодорожная ветка. Железная дорога. По-моему, даже видно, как... Или мне кажется, железнодорожный состав. Не показалось, по-моему. В общем, заехал в Омск, только зря потерял время. Не зная хороших магазинов, не зная хороших центров техпомощи, время потеряно, ну, скажем так, около часа. Уже по обводной дороге давно бы уже покинул пригород Омска. Ну, как видите, тут больше грузом, грузовикам, фурам, конечно, внимание гораздо больше. Особо не надейтесь на помощь вот этих так называемых центров. Если так, то его как мы определим, это не в ассамблею, а в рот, не
даже комментировать не хочется, вот такая ситуация. Так, ну все, покинули и пригород, с правой стороны этот верхний Карабуш, такой поселок небольшой в пригороде Омска. Открытая местность. Деревьями и не пахнет. Впереди мобильный пост ТПС. С левой стороны по ходу движения почти вплотную к железнодорожному полотну идет трасса автомобильная. По-моему, видно вагоны. Ну, впереди развязка. И беру направление на Новосибирск. Да, на развязке беру направление в сторону Новосибирска. Большое затруднение, ремонт дорожного полотна. Ну вот, с горем пополам покинул город Омск. Зря заезжал, только потерял время. Так, ну вот эта дорога называется Новосибирский тракт. Курс беру на Новосибирск. Если у вас нет намерения заезжать в Омск, то лучше всего его обойти по объездной дороге.
объездную дорогу мимо не проедете. Подъезжая к Омску, видно будет такая небольшая развязка и стрелка, указывающая Новосибирск. Это северный объездной путь, по-моему, так его называют. Или северный объезд, не знаю. Если не хотите заезжать в Омск. В центр Омска не заезжал. Дорога находится под наблюдением, под контролем ДПС. Ну, в общем, путь предстоит до Новосибирска. Интересного мало, что там комментировать, что там рассказывать. Я скажу, что остановился примерно километрах в 100 от Новосибирска. Поселок Чилым. Раньше там был пост ДПС, но его, видать, упразднили, разогнали этих трудяг с полосатой палкой. И на этом месте организовали мотель, гостиница, баня, сауна, кафе. И должен сказать, что достаточно много путешественников, но я сужу по автомобилям, которые были припаркованы, там останавливаются. Так, заехал на фирменный сервис Volvo. Здесь тоже, к сожалению, ничего не смогли сделать. После этого позвонил в Москву и попросил поддержки. Мне нашли в Новосибирске место, где можно было проверить запаску. Как ни странно. Вот, пожалуйста, на практике убедился, что без поддержки из Москвы было бы печально. Ехать без запаски, конечно, очень рискованно. Дорожное полотно до Новосибирска, ну, в основном в хорошем состоянии. Местами идут дорожные работы.
Конечно, на пятерку ставить я бы не стал, но четверочка, так, с натягом. Слева и справа по ходу движения поля сельского, сельхозназначения. Справа по ходу примерно через километр населенный пункт Зеленая Роща. Ну, село, по всей вероятности, потому что не видно каких-то ни озер, ни рек, голые поля. Кстати, хотел бы предупредить, вот кажется, что дорога без наблюдения, без контроля, кажется, как будто дорога без наблюдения, не могу произнести это слово. На самом деле стоят и камеры скрытого наблюдения, камеры контроля скорости. Придерживайтесь скоростного режима, иначе нахватаете на писем счастья. Кажущиеся Эх, совсем плохой стал. Вот на этом участке от Омска до Новосибирска будьте предельно внимательны.
соблюдайте скоростной режим, потому что достаточно много камер, которые работают на скорость. Но чтобы не нахватать писем счастья, будьте крайне внимательны. Обращайте внимание на знаки. Кажется, что дорога безлюдная, но поверьте, контроль ведется здесь достаточно серьезный. Постоянно приходится останавливаться, мыть лобовое стекло. Налипает мошкара, летающие насекомые. Интенсивность движения, ну, средней такой плотности. С левой стороны по ходу движения населенный пункт Новая деревня, примерно метров 700-800, может быть, меньше километра. Но эфир 15 канала тоже не очень активный. На трассе практически нет каких-то автомест, ну, я имею в виду там магазинчики какие-то, мотели, встречаются, но очень редко.
То есть трасса не избалована, вот участок от Омска до Новосибирска не избалован вот инфраструктурой. Достаточно открытая местность. Ну, попадаются рощицы, но ближе к Новосибирску, конечно, будет растительность более это насыщено растительностью. Я имею в виду деревья, кусты там, все такое. С левой стороны по ходу движения железная дорога соединяет Омск с Новосибирском. Ну вот этот участок Омск-Новосибирск. Вижу отметки километровые на железной дороге. Показывает 2767 километр. С левой стороны на железнодорожной ветке станция Осокина. Редкая растительность. В основном поля, открытое место. Ни рек, ни озер не наблюдаю. То, что по карте можно увидеть. Неплохая обочина, разметка, полотно дороги хорошее, но нагрузка на дорогу достаточно высокая, интенсивное движение, больше грузов, это вот сейчас может быть не очень, а так достаточно высокая нагрузка. Участок, чтобы не соврать, даже не могу сказать сейчас. Ладно, потом вспомню, может, вернусь к этому. Thank you.
С заправочными станциями дорога не обижена. Достаточное количество, ну, разных брендов. И Газпром, нефть. Чем характерна трасса Омск-Новосибирск? Довольно часто встречается круговое движение, перекрестки. Эфир не очень оживленный. Ну, здесь как попадешь, когда идет интенсивное движение, тогда слышны разговоры больших грузов. А так, чтобы послушать их разговоры, нужно или двигаться на небольшом расстоянии от них. Но я предпочитаю, чтобы сделать видео, чтобы не было помехи, стараюсь выбирать или дистанцию держать подальше, или же ехать одним из первых. Всех не обгонишь, но закрывать панораму впереди идущим автомобилем тоже считаю неправильным. Кстати, на этом участке от Омска до Новосибирска почти нет радио FM. Поэтому запасайтесь дисками, кто
не может без музыки. На FM не надейтесь. Примерно километров за 300 до Новосибирска начнет оживать инфраструктура, ну я имею в виду мотели. Так, здесь комментировать пока нечего, сами все видите. Скудная растительность, я имею в виду деревьев. Ни озер, ни рек по трассе пока не вижу. Дальше впереди будет мотель «Омич». Мотель «Омич» – это одно из лучших мест для отдыха, для привала. Но я заеду. Там заправлюсь немного, долью бензина. Мотель «Омич» находится с обоих сторон трассы, и слева, и справа. От Омска он примерно километрах в 200 находится. С левой стороны, я уже говорил, железнодорожный путь проходит, станция Валерина. Железная дорога примерно в километре слева от трассы, от автомобильной трассы с левой стороны примерно в километре. Фуры, вы как обратили внимание, двигаются в основном колоннами, изредка попадаются одиночки, а так вот в связке по нескольку автомобилей идут колоннами. Километрах в 10 вперед на железной дороге станция железнодорожная станция Илюшкина.
на такой, на открытой трассе, без помех, на прямых участках быстро привыкаешь к скорости за 100 километров, и потом, когда сбрасываешь скорость, идешь примерно на 80, на 70 километрах, такое ощущение, как будто идешь пешком или двигаешься с очень медленной скоростью. Справа по ходу движения населенный пункт, ну, наверное, деревня Львовка, маленькая очень. С правой стороны чуть побольше Ковалева. С левой стороны Новый Ривель, станция железнодорожная Ивановка. Вот Коробейники продают солености, копчености. Вообще интересно было бы, ну, раньше как-то покупала, сейчас
не очень интересно. Коньяк из Казахстана, сигареты оттуда же, солености, копчености, варенье, соленье. Вот приспособились ребята. Кстати, можно было бы взять, конечно, продукты, но настроения как-то не было. Осторожно, дети. Ограничение 90. Радар, детектор показывает, что не спит. Где-то стоит лазер. Осторожно, дети. Ограничение 90. Местами разметка изношена, практически не видно. Я веду дорожную разметку. С левой стороны железнодорожная станция Коротканск и деревенька Дмитриевка. Огороды, но ни озер, ни рек не видно. Thank you.
Ну, вот такая монотонная, не очень. Не очень живописная езда. Движение имею в виду. Кстати, вот такое монотонное движение достаточно серьезно, потому что начинает тянуть в сон, и незаметно можно уснуть, если встали слишком рано, не как обычно, ну вот, а по будильнику, то будьте уверены, что в дороге вас, если, например, в одиночку, обязательно догонит сон. Поэтому я беру всегда за правило проснуться тогда, когда организм проснется. По будильнику не просыпаюсь. Так. С левой стороны. С левой стороны, походу, город Татарск. Крупная станция, город Татарск, с левой стороны. Очень маленькие островки деревьев, рощицы, а так в основном пейзаж однообразный. Ну, вы сами можете при желании скачать это видео и просмотреть трек на карте Google. В общем, чувствуется разница, насколько инфраструктура на участке Омск-Новосибирск уступает той насыщенности и развитой инфраструктуре, которая вот находится в Центральном федеральном округе.